Тан-тан-тан, тар-та-тан. Это наш самый любимый дом. Здесь самые говенные окна. Не, есть еще дом. Я уж не помню где. Это ЖК «Маяк», точно. Там окна, ну, приблизительно такой же говнистости. В общем, здесь сборная солянка по профилям. Тут разные очереди были. Сколько они устроили. В общем, самые какашные окна. У меня все туалетный какой-то сленг идет. Самые какашные окна – это окна Штерн. У них коэкструзирован, коэкструдирован. Короче, ножка у него запаяна, зажата в пластике. И нам придется сегодня 4 таких створки поочинякать. Так, ну что, готовы увидеть, как это называется, венец инструментарного искусства? Ба-бамс! Кубрик. Смогу ли я это сейчас все поднять, интересно? Бить! О! 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 Кто бы сомневался. Так, сюда мне надо докинуть тыкательную ролик. И жидкий пластик. И космофен. Куда ток, непонятно. Вот здесь поехать, конечно. Ну да ладно. Так что пластик закидываем. Все, закрываем. Возможно, нам еще понадобится сегодня пистолет. Найти бы его еще. Пистолет-то найти. И герметик. Все, больше нам ничего не надо. Это надо. Вот это надо. Все. Пакеты сразу будем доставать? У тебя ключ, давай, открывай тогда ключ. Так, ну ладно, как я сейчас это поеду с этим? О, гляди-ка, чудеса какие. Ну-ка сними к меня, как я буду заезжать, гляди, то все, охереть. Убираючи. Ну ты сейчас двумя опять... Вот этот ящик надо еще перебрать. Ну что, правда жизни. Козлы, лестница. Кстати, сюда вот у меня уместилось это дело, но вот чуть-чуть не умещается. Хотя, если постараться, тоже, я думаю, уместится. Потому что не везде нужен герметик, а может быть даже и везде. Нет. Отдали нам ключи хозяева и уехали. Сказали, делайте, что хотите, лишь бы только мне не звонить. Я сюда хожу. Так, Александр просил хайп. У него в руках, смотрите, остались ножницы и вот это все. И вот на этом нет места. Давайте посмотрим, какая у нас прекрасная система хранения за 25 тысяч рублей. Ну, да, 25. Мы не найдем места для каких-то ножниц. Это же прекрасная система хранения. Это же так все удобно. Это же прекрасная система хранения. Смотрите, что у нас надо. Все, все уместилось. Что-то не умещается. Ты космофен просто сломал. Это же прекрасная система хранения. Все. Это, наверное, просто лишнее. На, иди, положи машину. Нет, ну нет. Не надо это. Это... Ну не надо это, понимаешь? Ну, оставь. Ну, это мелочь сюда положи. Да какую ты мелочь оставил? Ну, видишь, что Миша придумал. Да. Вот как удобно. Смотрите, прекрасная система хранения. Он не умеет соединять. Вот. Вот, это же прекрасная система хранения. То есть, смотрите, в наше время... Касаться, а не быть. Это самое главное. То есть вот мы с Сашей работали, создал группу, и теперь самое главное не то, что он умеет, а главное, чем он работает. Конечно, это показатель. Чем он работает. То есть ему сразу сказали, он говорит, меня зачморили. Я сумкой из Икеи хожу. Какой-то да. А там вот пацаны работают с Милуоки. Да, это классно. Я тоже так хочу. Купи. Давай купим. Ты ничего не понимаешь. Это же шлегель, я же по нему кайфы есть. Ой. Надо быть, а не казаться. А у вас наоборот.
Нет, надо соответствовать. Нет, нет. Соответствовать надо. Инструмент должен соответствовать. Изначально ты говорил мне, мне нужен дековер, чтобы крутить колонию. Да. Дековер, ты что ты крутишь? Все подряд. Все? Да, все. У нас теперь вдруг. Надо еще маленький купить, может, шуруповертик. Для, именно для шуруповертика. Не то. Не надо все остановить. Ты вот подумать вообще не можешь. Ну, подумай, ну система хранения. Ну, ладно, что ты. Ну она должна работать вместе с сумкой маленькой. Вот маленькую сумку. У нас сегодня большой объем. Моменты. Большой объем. Вот надо еще купить новый маленький вот эту штуку, которую фурнитуру режу, чтобы ее сюда тоже брать. И все, и цены не будет. И еще сюда вот эту штуку, вот в такую вот эту штуку сюда переложить. Все, ты пришел, у тебя вот лестница, козлы и вот эта штука. Все, тебе больше ничего не надо. Никаких сумм. Вот время покажет. Ты, это... ты думать не хочешь. Ты как обычно, ты не думаешь. Давай купим. Это стол. Да, зачем? Как? Какой там стол? Стол. Пиццу жрать? Пиццу жрать. Чтобы потом с панкреатитом валять. Ты знаешь, что у меня панкреатит после недели с тобой работы? Все. И тебе ничего есть нельзя. Опять чуть не умер. Это что, такое панкрат, что ли? Какой? Да, панкрат. Не мог. Все, он, ты меня завел опять. Так что. Видите, сегодня. Нельзя ругаться матом. Не ставьте, лайк, не ставьте лайки, отписывайтесь, не слушайте все. Меня на ютубе, кстати, не надо быть, да? А не казаться. Быть, а не казаться. Да, быть. Еще а раз скажи. Укажется. Еще ты мало рассказал. У вас укажется. Ну, я спокойненько. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Конечно, я такой спокойный, пока Миша все носит. Где, кстати, ключи? От квартиры, где деньги лежат. Где ключи? Я тебе дам. А, вот он. Давай сюда, клади его. Да не упадут они, исчезли. Где квартира, ты помнишь? Такая? А, убитые двери. Понятно. Дверь еще ни разу. Дверь еще ни разу не. Ой. Здравствуйте. Вот когда ты людям порог вот так обдолбишься, это резина. Тут начнем отдирать? Да, самый сложный. Так. И какое же окно у нас будет? Отвечает за это. У нас знаменитый уплотнитель. Прокашечный. Здесь там все. Вообще же просто вот я пальцем надавливаю, а он вообще не прогибается. Ну-ка здесь. Нет, здесь мягкий, но бестолковый. Стой, погоди. Миша. Нет, не тем крючком, не тем. Нет, не тем. Вот этим. Да. Нет, нет, нет. Мишка пытается вытащить, но... Дай я тебе покажу технику. Иди, да не трогай. Вот так вот берешь. Туда вот. Там на руки. Все, гляди, теперь вот сюда в бок вставляешь и вниз тянешь. Ты уверен, что новый будет держаться? Ну, я уже 100 раз так делал. И мы что, вдвоем это делаем? Да, да. Шляпа. Ну, так, как быстро. А я тогда высверливал, помню, первый все, раз. Все, ты уже все сделал, давай. Там... Подгоняй от меня. Не хочет выходить. Блин, да иди ты однорукий хер, он выходит. Давай. Сань. Да все, сейчас я. Да все. Да все, ну давай, все, давай. Все, ну, все. Да я еще так. Да что ты не выгоняешь? Да блядь, ты работай потому что. Секретики, давай, какие рассказывай. Секретики? Как вот улучшить этот говно уплотнитель? Да мы уже показали, сто да раз. Да нет. Если человек из этого не понял, все тогда. Перестань заниматься окнами. Понятно? Не получается у тебя вычислить. Ну не получается. Сейчас вот буду пробовать получше. Сейчас вот телефон выкинешь. Выкинешь телефон мой? Да, твой телефон. Тебе придется новый покупать. Ну потом еще один выкинем. Ну тебя видишь, тоже нифига. Ладно, оставь так. Да уйди ты.
Нет, покажи до конца, как ты выкашиваешь. Работай, ну все, я знаю. Работай. Потом. Все, вот потом сейчас вот давай. И... До конца. Во-во-во, поддел. Иди тогда вон. Работайте, да все, давай, сделай один раз. Я сейчас уеду тогда. Сам тут сиди, свои ролики снимай. Работай, что у тебя нет. Давай, делай. Просто один раз сделай, я отваливаю тебе. Все, я уже сделал. Нет, вот, смотри, ну покажи, как ты здесь это сделаешь. Да уйди ты сказал. Он вклеенный. Ну, вклеенный, ну. Сань, не получается. Терпение есть у всего. Я знаю, сейчас я уйду. Я тоже. Я, ну тоже... все, уходи. Ну, я уйду сейчас. Вытащи. Ты просто не стал место брать. Время 10 часов. Да, давай, Мишка научился. Давай, показывай, как это делать. Короче, берешь так. Сначала вот когда, вот тут вот надо, вот так прям берешь. Полоску прорезать, да? Да, прям вот ее, вот по этой, вот по этой штуке. И с этой стороны то же самое берешь. Потому что у них, по-моему, получается приклеенный, как вот наружный контур, вот. Вот это вот хрень, вот эта хрень приклеена вот сюда. То есть это надо сначала вот отсюда, вот так вот. Вот. Чистить? Ну да, как бы ты ее сначала отсюда, а потом она будет из паза выходить. А получается, когда мы ее подсыпаем, она вот в этом месте здесь приклеена, да, вот. Да, да, очень плохой профиль. Меньше с тем, кто его придумал. Ну и что получается в итоге? Ну вот, я прорезал, теперь более-менее. Ну у тебя видишь, что она остается? Ну это уже потом будешь чищать, ну а ты что хотел? Ну здесь-то у тебя ничего не осталось. Здесь? Ну, так, а здесь все, осталось. все, закончилось. Все? Ты просил все сделать, давай. Ну а это уже потом ночь. Нам вот мешочек, говорится, с человеком. Сам геморрой это... демонтировать этот впаянный уплотнитель. Вот я прям туда ножик вставляю и прорезаю, потому что он приклеенный к стенке. Вот. Паза нету, получается, у нас. Вот какая фигня. Хуже профиля штерн я вообще не видел. Он супер неэластичный, он супер как кабелевидный. Вообще ужас, он просто ломается. Штерн, блин. Так, и что теперь нам надо? Его оттуда исковырнуть. Саму ножку. Кстати, уже поняли эту проблему. Да это понятно. Ну что, ты будешь ковырять это? Ну и что, а что мне делать-то? С двумя руками, ну что делать? Фурнитуру можно менять, это тупая механическая работа. Миш, фурнитуру надо менять на этом окне. Мы его еще не сняли. Эту стойку надо снять? Саша. Да. На этом окне мы меняем фурнитуру. Мы меняем. Саша. Мы меняем. Мы клюшки ставим. Ну клюшки ставим, да. Не меняем фурнитуру. Не меняем, я говорю, клюшки ставим. Надо снять ее сначала. О, я достал ножку. Или это не ножка? Да, ножка, вот уже паз появился. Это же просто праздник какой-то для ремонтников. С таким окном повозиться. Да? Ужас просто, другими словами. Так как-то его надо подрезать. И вот чуть-чуть он должен вылезти. Обычно он вылазит, но не в этом случае. Нет, не хочет. А он просто здесь каменный, да? Нож? Да, нож. Вот такие лохмотья в вашем окнах штерн. Это просто где-то вот он выходит хорошо, а где-то не очень. Все им какую-то надо технологию выдумать вообще. Вставляем туда в паз вот такой крюк и ведем туда. Да, Сань, да люди без тебя разберутся. Да не разберутся. Это вообще столь уже. Да-да. Кто им сейчас скажет, кроме меня? Очень тяжело. А дальше что? Ножку вот эту отрезать надо. И как-то его достать. Мы как пчелки тут стоим с тобой. Во, пошло дело, гляди. Все, я все понял, Мишка. Во, офигеть. Только половина там остается. Ну, говно. Ты понял прикол? Прикол, понял? Прикол. Без всего изобретать велосипед. Обычно же он хорошо. Я даже сегодня не парился, что он так будет хорошо выходить. А он, собака, не хочет. Пусками отламывается. Все это забыл уже. Леха мне прислал прикольный крючок, а я его потерял. Вот сейчас опять заказываю. Он ломается и все.
Вот заказчик даже и не знает, за что он заплатил. Взял и уехал, да? И не видит наших мучений. Как считаешь, это честно? Я все-таки вытащил его. Местами, конечно, надо зачищать. Блин, это, мне кажется, брак производства. Да? Очень на это похоже. Пускай. Все равно, короче, похоже, что вот тут вот я пас сейчас прорезал. И теперь тут уплотнитель держаться не будем. Да? Ты прорезал пас, естественно. А зачем так сделать, придурок? Миш, да? Иди нахер отсюда. Иди тыкай вон в этой резинке. Иди, давай. Снимай, вот так. Ну как? Как быть? А может снова все забыть? Еще сначала повторить. Ну что значит новый напарничек? Илюшка бы быстро сейчас мне тут все зачистил. Ить! Так, ладно. Следующий этап нам надо. Берем фрезу и зачищаем. Зачищаем пазик. Чтобы нам по кругу провести уплотнитель. Давно я, конечно, с такой жепой не сталкивался. Так, здесь мы все уже заменили, здесь тоже все зачистили. Лишний наплав чистили. Здесь вот. Ждем замену уплотнения на раме. В общем, у нас здесь створка без удлинителя. А она широкая, 800, там что-то 50. Ну и видно, да, в каком она качестве. В прогибе. Вот в этом месте у нее очень сильный прогиб. Рихтовка стоит не в том месте. Вот. Значит, что мы делаем? Тут стены будут ломать. И вот это окно будет демонтировать. И мы берем и отсюда снимаем наш удлинитель. Да. Хороший фиксатор. Оп, отвалился. Вот этот удлинитель снимаем. А заодно и ответку. Берем ее и снова устанавливаем. А нашу штуку пару подкидываем. Может, он тут стоял, да его сняли? Отверстий нет, значит, не стоял. Закручиваем, ставим ответку. Мишка все мучается. А тем временем мы... Ребята, смотрите, ребята. Мы так вам хотели показать, как классный у нас ящик, что Саша просто забыл закрыть двери у машины. Представляете? Представляете? Вот коричневый канкер, он белый и коричневый, да? Вот. Вот это? Да, вот, коричневая машина, открытая дверь. Саша настолько уже просто становится деградантом, благодаря вам, чтобы вам же надо все показать, как же, что он просто уже забыл закрыть дверь. Не просто на сигналку поставить, он забыл дверь закрыть. И вы потом спрашиваете, почему я такой? Конечно. Из-за вас мы теряем деньги. Ну дыми, Эмили. И он продолжает, стоит на 17 этаже одной рукой. Который вы увидите, у него просто рука срывается, он туда летит, и вы видите, как он приземляется. Да, понимаете, о чем речь? То есть все, пофиг. И он после этого продолжает снимать. Пойду скажу, закрою. Ну что ж, пришлось мне одному съездить за пакетами, чтобы двери подпирать, тут три двери, блин. Пришлось взять колонку и чемодан ненужный. Ботинки заодно переодел, чтобы нога не потела в кроссовках. 17 этаж. Колоночку принес, музыку. Смотрим, что у нас от нас сверх. Зазор. Видно, не видно, но... Не поймете, да, вот палец мой. Здесь у нас зазор намного меньше. Раз в два меньше. То есть у нас створка провисшая. Она должна быть параллельной эти стеклопакету. Опять же, тут у нас идет сужение времени. Тут она песочными часами. Смотрим вниз. Вот где петля нижняя. Вот здесь все правильно должно быть. А далеко, далеко очень от угла, поэтому эта часть у нас визуально вот такая. Она вот такая.
Надо сейчас все переделывать. Так, у нее, ну, опять всегда мы пользуемся волшебными рисовками. У нее тут клейкий слой, вот я его отодрал только что, куда бумажку делал. В общем, не важно. Рисун не упадет. Я не выставил. Все. Рисунка у нас выровнялась. Ровненько стало, без песочника. Сюда тоже губы вместили из этого места. Ну и сюда тоже. Штапики можем вешать. У нас уже уплотнитель стоит здесь и здесь. Красотища. Там только кто-то что-то не подрезал. Что, одну сторону мы победили за 2 часа. Заменили этот уплотнитель. Этот уплотнитель. Ее правильно все расклинили, перекрутили. Прижим наружный. Вот он, видите, сейчас немножко торчит, потому что профиль супер тонкий, наплав у него. Все теперь сейчас. Ах, отлично, все зажимается. Просто бомба. Все, огонь. Сейчас эту снимать надо. Сейчас один ее также сниму. Интересно, или нет. Куда у нас там Миша-то ушел? В машине, что ли, сидит? Скрывается. О, видно, да? Поставили мы рихтовый сюда. И звук какой. Сейчас-то все пойдет как по маслу. Второе-то оно. Нет, тут по-другому. Она тут не плавает, нет, она не плавает. Другой, другим крючком. Настолько, кстати, мы еще не снимали. О! Глубже. Ой. Легко, настолько легко снимается. Такая шляпа. Такая шляпа. Но рота в целом норм. Нам нравится рота. Все, тут легко пойдем. Так, вот еще окно, где мы будем менять стеклопакеты. Можно посмотреть. Мы закрываем. Я не вижу отсюда, но... Словно. Щель. Щель видно. С карандашом мы пометим притвор. Это вот называется песочные часы. Так, сняли сейчас стеклопакет, который разгерметизировался. И можно посмотреть, в чем была причина. Рихтовка стоит здесь, рихтовка стоит здесь. Стеклопакет всем весом давит. Соответственно, здесь у нас жестко, а здесь у нас жестко. А в середине у нас не очень-то жестко. Совсем совершенно не жестко. И поэтому вода не может утечь вот в эти отверстия дренажные. И она старается сместиться к центру. Вот видно даже что с уплотнителем с этим. Не знаю, что с ним делать. Вот. Винт, ох, ничего себе. Винт. Он не то что сгнил, он просто весь разрушился. Да. Вот так вот. Шлифовочный подкладки. Они у нас стоят, как будто бы это глухарь. У всех две. Соответственно, стеклопакет на них давит всем весом. И эта часть у нас прогнулась.
и вода утекает не в дренажи по углам, она стремится к центру. Тут у него даже он сгнил, сгнила шляпка от крепежа. И вот вода здесь стояла, стояла и достоялась, что стеклопакет накрылся. Сборщики молодцы, конечно. Схему смотрели, я помню. Так, а здесь, ну, здесь нормально стоит. Здесь, ну, и песочные часы еще, кстати. Стройка высокая, там 1700. Притвора. Притвора, вот сколько у него притвора. Молодцы. Опять же, кто не снимает. Сейчас вот петлю тут нижнюю перекрутили. Она была прикручена через одно место. Щель была из-за того, что когда закручивали, пластик, который высверливался, он, короче, мешал прижаться. Но сам прикол, сейчас хотел смазать петлю, думаю, накладка стоит как-то боку. Снимаю ее, а там и петля боком стоит. Да. А, так она выкручена как-то, офигеть. Я не понял, как такое может быть. А кто ее выкручивал? А, даже так, тут пластик. Ладно, сейчас мы это сделаем. Все выкрутим. Да, ее померили, кстати. Помято, ладно, сейчас поправим ее. Что же делать-то? Все, я ее выправил. Единственное, только вот этот винт придется нижний заменить на более длинный. Нарезал я сюда этих пластинок с клеем и склеил, в общем. Не держался там, самолет, все, можно. Я хотел вообще смазывать. Готов? Да. Итак, если вы думаете, надо вот так вот, вот этим работать. Вот так вот, да, чтобы быть? Нет, вы не правы, надо работать вот. Это же лайфхак, я уверен, кто-то из умных людей там. В конце, не луки. Вот чем надо работать, чтобы прям вот так вот прям. Прям из прихожей. Прям из прихожей. 1000 рублей. 15. Вот. Это называется кризис среднего возраста. Понимаете? Да, маленькая. Кризис. Да. Если маленькая, надо. Кризис, да. Это ты этим работаешь, Саш. Вот да. Больше рупоет, да. Вот. У тебя нет комплекса, да? Нет. Ты маленькой писюлечкой работаешь. Это нормально, да. Нет. А я старый длинным. Пусть. Как да. Как у старого негра. Всё, ты вообще... А ты про что подумал? Миша установил ротовские ножницы не в ту сторону. Я решил ее снять. Итак, друзья, друзья, картавый заика. Картавый заика снова в деле. Сейчас мы все будем делать одной рукой. Где ножницы-то? Ножницы? Ножницы, ножницы. Да. Смогу ли я поставить и не уронить ножницы одной рукой? Как вы считаете? Ставьте лайки, подписывайтесь. Да, сейчас все будет. Ты ничего не понятно, Миш. Все будет офигенно. Ты опять не так ставишь. Мы ножницы не той стороны поставили. Теперь пытаемся, не снимая ее, на ощупь. Миш, слезь. Да. Вот иди сюда на подоконник. С тобой местами меняемся. Так, подводим итог по этому окну, пока он не шумит. Перекрутили наружный прижим, расклинили, убрали песочные часы, заменили уплотнитель на раме, на створке, отрегулировали, расклинили. Картавый заика снова сделали. Всего, всего. Здесь установили дополнительный прижим со створки донора, установили удлинитель, расклинили, убрали песочные часы. Все, у нас смазали все. Это не понадобится. Понадобится. С музыкой, кстати, нормально так получается работать. Сейчас надо все мои чемоданы брать и перетаскивать. Удаляем уплотнение со створки профиля Штерн. Немножко крючком. Поддеваем. Ну, где-нибудь в любом месте. Поддеваем уплотнитель. Находим камеру, туда протыкаем и выворачиваем. Идет. Все-таки его можно удалять. Ладно, со створки, ладно. Здесь он спаян, понятно. Кстати, спаян, да не спаян. Единочка, это мягкий уголок. Самый гемор это вот в этом месте, на раме. На раме почему-то его тяжело удалять. Не знаешь почему? Может быть, это брак?
крушу от. А может быть, вот этой херней прекратишь заниматься? Какой? Снимать? Да. А как же? Мы уже все это сняли на том окне. Это другой контент. Красавый заика снова в деле. Давайте разберу. Надо сейчас слюнки. Внимательно смотри. Слюну пустить еще. Вам же делать нечего, походу. Вот вы будете смотреть, как картавый заика делает резиночку. Все, доволен? Слюни не пустил. Слюну не пустил. Может, делать еще что-нибудь? Давай, давай. Ну, не получается вообще. Так, здесь будут... Проемы меняться, стены будут ломаться. О, ничего себе. Да, утеплитель снят. И они будут здесь делать теплое остекление. И якобы мы должны даже будем его сделать. Я сюда пришел не за тем, а за тем, что нам надо поставить туда удлинитель. А взять его можно с этого окна, потому что это окно идет на помойку. Вот как раз длинной биткой выручает. Вот их. В этих местах. Так. Готово. Отщелкнули. Все. Донорский удлинитель у нас готов. Так. Странная, конечно, квартира такая здесь. Лестница. Мишка там пока веселится. Мы переходим в отдельную. Что-то узкая дверь какая-то есть. Ты видел, какая узкая дверь? Просто, я не знаю. Вот моя нога. Вот моя нога. Вот чтобы вы понимали. 40 сантиметров проход. Бля. Так вот, первое применение. Мишка. Ой, столько мух. Мишка там, а я тут. И вот, читайте. Нормально. Белка облезла. Так, что, нам надо снять створки, чтобы сделать ее что? Чтобы сделать ее шлегельной. И плюс клюшку сюда добавить снизу. Да. Я думаю, она плавала почему-то. Мухи у нас в доме живут. Что же такое? Сделаем тут. Я вообще ничего не вижу, это все в солнце. Ну, в общем, ясен понятен, да? А если вот так его поставить, тоже, наверное, можно так вставать. Чего нет-то, да? Да, так тоже можно вставить. Так, мне кажется, даже крепче будет. Хугарик. На, вот эти только надо загибать. Ладно. Чистим петли, снимаем. Уплотнитель здесь, конечно, уплотнитель другой. Естественно, что за профиль литекс? Какие-то остатки с каких-то складов, наверное. Все, ладно, это уже не вы меня все время спрашиваете. Да никто тебя не спрашивает. Да все спрашивают. Никто тебя не спрашивает. Все спрашивают, как удалить старые этикетки, которые должны удалиться быть сразу после монтажа, вот когда в таком виде особенно. Вот, как? Надо просто поддеть вот немножко пальчиком и пошло. Но это там только, где резинка была. А где солнышко было, так уже не получится. Надо взять на Авито, забить объявление, пароочиститель. Какой-нибудь Кенхер, градусов, который 800 делает. Снимаете створочку и начинаете потихоньку отпаривать. И у вас все это отлезет. Способ проверенный, неоднократно. Главное, чтобы у вас не разбило стекло от высокой температуры и не расплавился профиль. А то может получиться каша профиля и вот этого, вот этой защитной пленки. Будьте аккуратны. А вот, кстати, еще интересный такой вопрос. Вот, есть ну, такое окно. Условный проем, да? У нас проем где заканчивается? Рама, монтажный шов, уголок усиливающий. Ну, вот такой же усиливающий уголок на арматуре, который обжимает у нас пенобетон. А там пустота. Там вообще пенобетона нет. Дыра. Ну, здесь, если посмотреть, тоже, куда у меня пальцы налазят, там просто пустота. Это от застройщика. Новостройщика у нас идет. Все тут красиво сделано, стартовый профиль. Но вот эти дыры, вот как они их хотят, чтобы из них не дуло или чтобы дуло? Вот это непонятно. Косят-то чей?
там клюшку поставил, на этих створках поворотных тоже широкие створки, надо клюшки ставить. Но если клюшки ставить, надо привод менять, надо угловую передачу ставить и надо удлинитель. А что уже как бы можно сделать, и ножницы поставить, и сзади клюшку поставить, и тогда у нас будет уже поворотно откинуло окно. Так лучше. Вот смотрим тоже, как установлен наружный прижим. Он опять же, ну, в принципе, более-менее, но я стараюсь, чтобы тело само, вот этот корпус, был наравне с профилем, а не выступал в эту сторону. Сейчас тоже снимаем резинки, ставим фурнитуру откидную, потом уплотнитель. Пока Мишка там с козлами мучается, с этими, с штернами, я уже две створки снял. Там еще одна створка, и тут еще две створочки. И все, и наш сегодняшний объект будет, подойдет к концу. Не снимается. Уже начал с этой створки, скинул фурнитуру, с этой скинул. Ну, здесь я уже заменил. Это поворотная створка была. Еще две створки осталось. Миша, вот гляди, короче, знаешь, какой прикол у нас в телеге обсуждается? Если кто-нибудь, кстати, не знает, что у нас есть группа в телеге. Парни приезжают на адрес, видят сломанную угловую передачу, допустим. Что-нибудь там расклепалось. Они такие, блин, а где взять угловую передачу на фурнитуру фурх? Или какой-нибудь эксенксес? Типа, вот, можно заказать и у того дяди на Авито, бэушную. Он тебе это привезет через там две недели, и ты поедешь и поставишь этот сломанную угловую передачу. И типа, вот, 500 рублей можно за это заработать. Понял тему? Нет. То есть, мы приезжаем, говорим, тут у вас сломана фурнитура, говно старое, меняем на новую обвязку. А они где-то ищут, выискивают, чтобы там за 500 рублей заказчику это все сделать дешево. Вот ты как считаешь, это правильный подход? Как я могу судить? Каждый человек делает в меру своих... А у них потому что кондуктора нет. Они говорят, у нас нет кондуктора. Ну, это человек, либо человек что-то хочет учиться, хочет знать, хочет что-то делать, либо он так решает. Он уже имеет право на жизнь, почему нет? Вот если, например, какая-то бабушка придет, мы ей говорим, 9 тысяч замен фурнитуры. Да. У меня нет, что ей делать? Все, что ли, повесится? Нет. Вот такие ребята и делают. Ну, просто смотри, закручиваешь и все куда-нибудь. Все зависит от клиента. Или просто делаешь поворотные. От клиента. Есть мы, которые могут сделать, есть они, которые могут сделать. Клиент выбирает, что ему надо. Если это квартира, например, он знает, что ему надо просто ночь простоять и день продержаться, тебе на 9 тысяч платить. Ему надо, те, кто придут, им за 500 рублей гвоздями заколотят, и все, правильно? Нет. Вот именно парни заморачиваются в поиске, там, петли. Вот опять же, это вопрос, который мы все время философствуем. Они не знают, что... Клиент не знает, что он будет заморачиваться. Клиент говорит, ну сделайте мне, он говорит, да, он надо же... искать эту петлю сломанную какая-нибудь 90-х годов, и все. Но он же видит. Ну клиент принимает решение за человека. Нет, за ты. Ребята. Да. А, все поняли, хорошо. А мы что мы сейчас делаем? Музыку. А, музыку. Ну и вот, пришли соседи ругаются. Нет, ты за клиент. Клиент говорит, у меня петля сломана, старая, отвалилась на раме. Он говорит, надо найти ее. Я говорю, я вам ее найду. И начинает искать. Саш, ты не слышишь меня, ты не понимаешь. Я тебе говорю, клиент должен сам выбрать, что он хочет. Он не знает. Так это его проблема, клиента, человека не знает. Когда мастер должен знать. Мастер ты должен знает. Разобраться, чем отличается автомат, вариатор и робот. Мастер кто знает. Нет. Не мастер знает. Ты приходишь? Мастер знает только настолько, насколько он захотел узнать. Если один человек считает, что коробка, робот есть в этом мире, больше никаких нет, то, понимаешь? Он нет. тебе будет доказывать, да, если ты придешь к этому мастеру, он тебе будет говорить, это все говно. Нет, если робот, придешь... Вот это великолепные немцы да. придумали, это немцы. А ты ДСГ? Знаешь, вот это, да? ДСГ, робот, BMW на этом ездит. Все, это самый лучший фильм. Да. Знаешь, о чем речь? Это нет, мастер. Вот именно мастер. Мастер знает узко. Вот он насколько захотел погрузиться в эту тему. Понимаешь? А ты откуда знаешь, что ты человек видишь первый последний раз, у тебя нет времени, поэтому ты сам должен изучить, понять, что ты хочешь. Кто? И они глупые. Решение, кто глупый? Заказчики. В плане окон. Вот они, видишь? Они не знают. Ну это их не проблема. Если ты живешь, пойти. Мастер должен сказать, живешь, это решается так, если... Ты к стоматологу когда идешь? Ты говоришь, нет, так, у меня, пожалуйста... Мне предлагают варианты. Какие? Я либо с ним соглашаюсь. Либо дешевые, либо дорогие. Естественно, дорогой выбираешь. Если... Ты же не знаешь, как он тебя лечит. Ну, ты просто видишь, ты хайпуешь, ты не хочешь разговаривать, общаться, да? Ты не хочешь общаться. Ты просто меня подначиваешь вот этим, поэтому на этом разговор окончен. Давай, Степан. Давай итог подведем. Да нет, ничего, итог. Кто? Значит, парни, короче. Парень у тебя подбивается. Заказчик. Заказчик должен сам сказать. Парень, мне, пожалуйста, сюда это. Дай мне, пожалуйста, футурус. Хочу скрытые петли, парень, откидные. Тилфёст или ТБТ у сиденья. И ручку мне, пожалуйста, хопу поставьте, а не ваша. Вот это, ротовская. В общем, принес я стеклопакет, поставил его на трубу. Миша говорит, нет, давай, быстрее, неси. И у нас со трубы с этой съехал.
Что бы вы думали? Естественно, он у нас разбился, он сюда попал. Снежка, конечно, работает тяжело. И ушел такой, как бы ни в чем не бывало. Мы шепотом разговариваем, потому что здесь соседи ругаются. На том окне показывал, как более-менее ровно прикручено. А здесь вообще... Он должен сжаться, но вот эта железяка не даст ему сжаться. Криво еще до кучи прикручено. Вот все надо это, естественно, переделать. Вот, сейчас она вровень у нас идет, и уплотнитель будет сжиматься максимально, сколько ему можно, и железяк уже мешать не будет. Штабики нельзя забивать, потому что это стук. Блин, вообще первый раз такое вижу. Чувак ломал стену, сейчас ему 3 часа сидеть. Не шуметь, ладно, буду вешать тогда я. Стропку я навесил, ну, вот для чего, говорит, надо ящик иметь с собой, чтобы сидеть. Тварёдка за 25 тысяч рублей. Ай, на. Как же ты разбил стекло-то, Миша, скажи нам. Ты, почему я-то не помню? Ты, дебил, поставил ему трубу на эту. Я тебе сейчас сказал, давай на ноги. Ты говоришь, нет, тут облезу к трубу. И он соскользнул. Ты начал двигать, и он соскользнул. А я поставил его хорошо. Я корова не моя, чтобы что-то начал. Алло. Бывает. Свет. Так, пока тишина, мы делаем тихие работы. Мы расклинили эту створку. Но у нас сейчас... И маленько только нижней петлей надо. Что там? Диагональ тот не увел. Миш, ты диагональ не увел, когда делал новую фурнитуру? Не увел. А надо бы. Эта створка готова. Мы клюшку поставили. Здесь привод старый. И вот еще 2 створки. То есть смотрим, как она расклинена. Как она не расклиненная. Вот так. И сюда еще тоже 1 клюшечку надо поставить на широкую створку. А потом, когда тихий час закончится, мы будем вон ту створку делать, которую не доделали, штапики доколачивать. Ну, внезапно мы так как работаем рядом с лентой. Можно взять какого-нибудь лимонадика вкусненького. Например, лимон. Лимон я такой чуть не пробовал. А у Мишки панкреатит начался. Значит, ему надо... Мне лучше фреш-бар возьму. Значит, нет. Вообще, рис ему этому с котлетами взял. Себе плов. И еще какой-то русский с яйцом. Вот так вот. Так, ну что нам сегодня Бог послал? Вкусняшки. Оказывается, тут нет микроволновки. Такое холодное. Все, дай попробую. И вкус какой-то странный у риса. Как это убить нельзя? Да? Пицца лучше? Вкусняшная? Ладно, хоть мясо хоть есть. Мясо не прожевать. Да. Вот такие мы. Мало того, что на инструмент сэкономим, так еще и на жатве экономим. Могли бы заказать Додо пиццу вкуснейшую. Вот это фирменная ихня. Ты сам с собой разговаривали? Да. Ставьте лайки. Или дизлайки. Так, ну, короче, Мишка не выдержал ваших надсмешек. То, что у нас зубром работаем и прочим интерсколом. Он, короче, решил тоже заказать себе инструмент Милуоки. И теперь не говорите, что мы не профессионалы. Особенно он. Ну, вы понимаете, да? Моя роль. Что дальше? Что у нас? Следующие какие объемы пойдут? Может быть, мы закажем? Что? Варежки, кстати, у нас есть. Варежки качественные? Качественные. Значит, и битка должна быть качественная. Ну что, следующий этап у нас в сборке нашего комплекта – это адаптер. У нас адаптер девольтовский есть, а будет милуоковский. Оп, магнитный.
И даже вот такая штука есть, чтобы саморезики не падали. Пальцем дни деланные все-таки. Очередная рубрика «Все вы меня спрашиваете». Меня, короче, все спрашивают, что же такое пилястры и как нам увеличить ветровую нагрузку, особенно в таких узких местах, где проникает сильный ветер из одной комнаты в другую. Нет, нет, рубрика называется «Вы не спрашиваете, а я вам все равно скажу». Да. В общем, и смысл в том, что у нас рама вообще не шелохнется. А все потому, что здесь находится пилястр, так называемый. Причем это оригинальный пилястр с оригинальной накладкой. Вот ее даже можно немножко... Там нержавейка, труба из нержавейки сейчас. Но я не буду, конечно, снимать ее. Да нет, давайте сниму, покажу все-таки. Ну вот я его немножко снял, видно. Нержавейка. Точнее, никакая нержавейка, оцинковка. Саморезы. Ну, универсальные, ну хоть такие. Вот, и, соответственно, нахлобучка. А как ты думаешь, у нее здесь вот такие усики, которыми она цепляется вот в это место. Соответственно, она просто нахлобучивается. Вот так вот. Все. И обеспечивает жесткость. Все, на счастье, можно дубасить молотком, суметь. Так, ну что, по сути, что мы сделали здесь? У нас была эта откидная и эта откидная. Они сейчас встали все. Ой, они не, сейчас... Стой. Какой раз. Ты? А, я. Ты естественно. Мишка, так. Эти дырочки только останется замазать сейчас, замазывать. Мы бы произнесли это слово, конечно, но его нельзя произносить. Да. Привет некоторым подписчикам. Некоторым? Некоторым, да. Особо ярым. Ярым. На бусте, короче, видишь, у меня затеять не вышло. Да. Ты хоть мне подкинь что-нибудь. Может, не надо. Я подкину? Да, говнеца. Какого говнеца? Ну, вот резиночки. Вон, все, подкинул, спасибо. Бонус. Ну вот еще, кстати, про ту же створку. Видели, как там было, да, из-за чего она лопнула. Из-за чего она помутнела. Здесь то же самое. Мы прикладываем, ну, условно прямой привод к фальцу. Идем. Здесь плотно. И здесь вот такая щель. Почему это происходит? Что ты отгибаешь-то? Ничего не отгибаешь. А, ну все, плотненько видно, да? Все плотненько, здесь щель. Рифковка установлена здесь. Тонкая армировка ведет к чему? К тому, что она вот так вот выгнулась. В этом месте стеклопакет здоровый, он его продавил. И поэтому здесь даже видно по следу от резинки. Идет расширение. Ну, она еще не расклинена оказалась. Вот так вот. Это у нас знаменательный профиль Штерна. Знамечательный. Давай. Все. Что, нам сегодня денег не отдадут из-за косяка Мишкиного с пакетиком. Из-за моего косяка, вот тогда тебе. Чё ты? Ты чё там? А вот и что тогда? И фига пуковы, значит, и косяки мои. Так, ну что, нам осталось с притвором решить минималистичным. Но так как мы сюда поставили нашу волшебную рихтовку, мы просто делаем одно движение. И створка у нас, как показать, вот по этим кепкам можно посмотреть. Опа! И все. И створка у нас, песочные часы у нее ушли. Сейчас подвинуть ответочки надо будет только. И все. Там уже больше не задевает в этом месте. Так как мы ее расклинили правильно. Все, отлично. Ай, наверное. Ну давайте сразу Мишкин обзор на штапик. У него какого качества резинка? Ты вообще видишь резинку? Вот она. Вот где? Но когда я резал канцелярским ножом, пытался вырезать, у меня пластик резался гораздо лучше, чем резина. То есть резина резалась плохо, а пластик прям как нож, по-моему, поэтому... Что тут жестче, я не могу сказать. Ну вот, короче. Закончим, можно идти? Можно идти. Куда это, где это? Так, ну что, подводим итог. Мишка, привет. Что мы сделали с этим окном? Что мы с ним сделали? Мы поставили правильно наружный режим. Заменили уплотнитель на раме. Поставили сюда шлегель на створку. Очень классный уплотнитель, за которым не надо ухаживать. Ее расклинили, она теперь не провисает. Щелей у нее здесь никаких нет. Все закрывается. Так, аналогичная работа была выполнена с отворотной откидной. Плюс мы сюда добавили клюшку, чтобы был прижим в середине. Здесь его не было. Также все отрегулировали. На раме заменили, здесь заменили. Теперь оно замечательно у нас откидывается. Оно у нас открывается и также замечательно закрывается. Благо здесь стояла фурнитура рота. Более-менее нормально. Только один разбитый стеклопакет. И это стекло разбилось. Вот это да.
Так, один замененный стеклопакет. Здесь у нас все отрегулировано. Притвор был в этом месте. О, замечательный притвор. Также перекрутили мы наружный прижим. С этой стороны мы ничего не стали делать, потому что нам надо регулировать уже после того, как мы заменим все. Ну, соответственно, в этой спальне створки были поворотные. Здесь стоял прижим также. Стали все откидные. Сделали откидушечки, чтобы было все по фэншую. И даже здесь. Все. Бомба. Везде заменили уплотнитель, отрегулировали, добавили прижимы, где не хватало, и все расклинили. Вот такая работеночка у нас. Но потом приедем и заменим стеклопакет. Свобода, вечерочек. Это, на сайте собственник приехал, заказчик наш. Минск, классика. Маленький такой, кстати. Прикольный. Белорусы. Что, нам сейчас надо все вытащить из подъезда? Опять же, моя тележечка. Уже он и резиночку прикрутил сюда, шлегелечек. Намотаны сюда вот колоночки. Тут это все дела. Кастрюли еще. Сейчас. Все, осталось чуть-чуть забрать. И бумагу отнести на помойку. И пришел у нас тулборд, называется, до оснащения ящиков кубрик. Коробка стоит 5000 рублей практически. Будем сейчас наши ящики дооснащать. Двойка написано, кстати. А тут четверка. Ну-ка, тут что написано? И тут двойка. Непонятно. В чем разница? Ладно, ну уже сегодня я делать не буду ничего. Завтра распаковка будет. И может даже обзорчик, естественно. Забыл сложить.